Я сегодня осуществил еще одно мое желание. Последние годы собирался приехать в село Дудино на берегу Москвы-реки под Звенигородом, в музей Пришвина. Сюда не очень сподручно добираться. И вот сегодня теплый осенний день, уже с первыми осенними заморозками. Я все-таки приехал в этот дом-музей, очень хотел его посмотреть в ожидании экскурсии. Решил сначала посмотреть самостоятельно. Такой скромный кабинет писателя со старой кроватью. Все скромно, но, как всегда, обычно в таких музеях необыкновенно уютно. И, конечно, что здесь особенно впечатляет, вот эти вот знаменитые звенигородские дали. Конечно, тогда, когда я жил, писатель, эти ели были намного ниже. И просматривалась вся пойма Москвы-реки с панорамой далекого Звенигорода. Нет, хотя Звенигород здесь достаточно далеко. Можно я сюда? Что вы знаете о Пришвине, но когда имя произносишь, то все, даже кто